Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я хочу поиграть в Surviving the Aftermath. Пытался стрим сделать, но, к сожалению, у меня в последнее время со стримами так себе, поэтому лучше продолжу вот на запись. На стриме я уже немножко, чуть-чуть развил свою колонию, буквально начальный такой период сделал. Продолжу сейчас. Дальше называется у меня колония «Малые Лёшики», по-моему. Или, не, «Нижние Лёшики». «Нижние Лёшики». Вот наша колония. Население 8 человек. Наш девиз – «Ныть и выживать». Общая предыстория мира. Произошла ядерная катастрофа. Вот тут у нас, в общем-то, все вот это в ядерном загрязнении чёрное. Нам надо выжить. Пока у нас первый этап — это построить ворота. Ворота у нас требуют для строительства пластик и металл. Металл я уже добываю. Пластик, по-моему, вот... Да, станция по переработке пластика здесь. Я построил... Так, тут у нас... Шло добыча дерева и бетона. Наверное, надо в новое место перебросить. Что нам? Ну, наверное, и дерево, и бетон нужен. Давайте вот сюда пока определю. Так, еда добывается. Временное пристанище есть. Так, жилье для всех вроде имеется. Тут я строю медицинскую палатку. Тут строю еще крытый склад. И потом я перенесу вот эти все вещи сюда на крытый склад. Так, металл тут добывается. Пластик пока все путем. Пока я не могу выйти наружу, потому что ворота не построены, только по строительству ворот. Наши ребята смогут что-то исследовать. Так, а что вот это? Это, наверное, на будущее какой-то... Можно будет энергию там добывать, скорее всего, я не помню, честно говоря. Игра все еще в раннем доступе. Постепенно тут всякое добавляется. Я вам показывал еще с год назад. Ну, за год тут уже много всего сделалось. Выглядит приятно играть, по-моему. Ну, во всяком случае, сейчас вы увидите, как тут играется. Так. Медпалатка строится. Отлично. Останется только крытый склад сделать. И я бы еще, наверное, для воды бы построил еще. Так, только медпалатку я уберу рабочего, потому что мне он там пока не нужен. Есть чем заняться. У нас нету никаких ни раненых, ни... Нормально процесс строительства отправлю. Так, сейчас склад достроится, тут я уберу тогда эти вещи. Так, куда нам лучше водонапорную башню поставить? Давайте, наверное, вот тут поставлю, действительно. Там, кстати, пластика надо будет довольно много, но мне надо накапливать воду постепенно, тем более, что скоро будет... Возможно, скоро будет... О, забрать наш какой-то квест пошел. К вам подходит заплаканная девочка, в ее глазах читается мольба. У меня сбежала кошка. Так, вот это я голосование для стрима оставлял. Ну, давайте выслать поисковый отряд. Убить колонистов ранения. К сожалению, вот для этого нам и нужна медпалатка. Как раз, чтобы эти ранения... излечивать. Mm-hmm. А что, интересно, ранение дает? Постоянно теряет здоровье, пока не умрет. Да, ну видите, надо к врачам, пускай лечатся. Так, у нас три пластика, я хочу... Слушайте, у нас тут бетона не хватает. Ага. Тут 8 еще только бетона. 9 досок. Надо нам 13 бетона. Еще надо будет... На бетон, видимо, переброю. Ну, пускай тут все соберут пока. Блин, еды не так много на самом деле.
еще один колодец завершен. Тут будут приходить люди, и нам надо будет будет уменьшаться потребление воды, поэтому нам и надо водонапорная башня. Мало еды, да. Но еда пока собирается вроде, да? Да, еда собирается. Так, стоп, что-то... доски и бетон собрался, но нам в первую очередь нужен бетон. Давайте, наверное... Я вот так поставлю. Вот как раз тут чисто два бетона собирается. Носильщиков только трое, видите. Мне надо освободить вот этих... вылечить сейчас чувачка одного и второго, и тогда побольше появится... Ну и тем более я сейчас дострою ворота и отправлю моего чувака. Там у нас есть рядом место с фермой, где я смогу еду добыть и сразу вернуться. Так что я думаю, по поводу еды можно не беспокоиться. Так, все, ворота строятся. Какая следующая катастрофа? Но это опять же, если бы я стрим вел, можно было проголосовать. Отключил эти голосования. В общем, скоро уже будет какая-то природная катастрофа. Так, ягоды все собраны. А, это в одном месте пока. Блин, там одна ягода осталась. Ну, я переключу сюда. Давайте, наверное, сразу переключу. Давайте вот причем сюда, чтобы побыстрее собиралось, чтобы быстрее. Оттуда далеко-далеко носят. Восстановили ворота. Сразу этого парня отправляем на карту мира. О, прибыла группа выживших. Конечно, будем принимать жрачку. Трое взрослых, один ребенок. Это отлично. И еще один лидер у нас появился. Разведчик. Тоже хорошо. Всех на карту мира, значит... У кого больше сбор? Собирательство 3. А у этого 2. Значит, этого давайте мы в первую очередь собирать еду. То есть он будет больше собирать, соответственно. А этого давайте на исследование. Ну вот тут какие-то развалины города. Мне кажется, тут побольше может быть. Нет, там какие-то... Какая-то банда. А что у нас с огневой мощью? 3. Ну, в принципе, кстати, можно нападать. 4, 11 урона, 8 урона. По идее, должен, видите, победить его. Ладно, этот собрал всю еду тут. Да, и сколько у него? 28. Вот мы это занесем в наш лагерь. Так, не хватает жилья. 4 бездомных. Так, там собираем бетон. Тут еду собираем. Тут пока ничего не собираем. Пластик. Ну, давайте я пока буду... Да, я могу, видите, палатку для двух человек, либо временное жилище для 6. Но в жилищах дети не будут появляться. Вот в чем дело. Поэтому я лучше палатки буду строить. Так, вот к дороге. И... к дороге. Вот так пока сделаем. И тут надо грунтовочку проложить. Так, что у нас из того, что еще есть? Палатки это я строю. Склады я построил. Это на добычу еды. В принципе, кстати, можно один. Сейчас я подумаю. Так, это у нас все сделано из того, что я могу. Лом и станция переработки я сделал. Дом лесничего сажает деревья. Этот делает из бревен доски, но пока нам доски не нужны. Мы их так собираем. Инструменты и куртки тоже пока не нужны. Могильники, отхожие...
медицинской палатки достаточно. Так, давайте посмотрим, если охотника, то это он должен делать это в лесу. По идее, вот неплохое место. Да, наверное, я думаю, можно поставить дом зверолова. Сюда. Так, тут не хватает пластика, не хватает. И на палатке пластик тоже нужен. Не хватает ресурсов. Бетон собран весь. Надо переводить. Ну, наверное, сейчас нам доски скорее нужны, чем бетон. Хотя вот тут, видите, такие неплохие места сразу. Ну, давайте вот тут начнем собирать и бетон, и доски. Так, специалисты готовы. Так, этот у нас возвращается с едой. Этот нападает на ребят. Отлично. Вообще даже не получил урона. Ой, мы сможем тут бетон собрать. Ну, я этого отправлю потом, когда он будет готов. Так, еду он принес. Вяленое мясо есть. Отправляем обратно на карту мира. Вот он опять готов. Идет бетон собирать. Потому что он лучше, у него собирательство выше, чем у первого. А первым мы будем просто исследовать лучше. Угу. Так, пока вроде... Но вот тут уже есть где-то у нас... А вот олени у нас тут нарисованы. Вот, не знаю, сейчас построю эту хижину охотника. Я просто опасаюсь туда отправлять, потому что там... Всякие... Вон, вот эти крабожуки, или как он называется. Крысожуки. Нападать могут и убивать наших ребят. Так, у бездомных портится настроение на самом деле. И, соответственно, они хуже начинают работать. Так, доски собраны. Давайте этот у нас бетон собирает. О! Ну тут, видите, нарисована вероятность 33%, что можно, может урон получить при исследовании этого места, при собирании бетона. Но он весь бетон зато собрал. Инструменты тут имеются. Я, наверное, пойду еще дальше инструменты собирать. Не буду показывать. Мне так сильно бетон не надо приносить в мое... Упс, инфекция, блин. Так, ну у нас пока лекарь имеется, пускай лечится. Но она будет дольше, пока у нас нету никаких лекарств. А там еще будут антибиотики. Ну, то есть всякие лекарства для различных заболеваний. Поэтому инфекция будет дольше лечиться. Но, слава богу, будет лечиться. Так, бетон еще собираем. Нам больше пластик нужен, конечно, сейчас. Чем все вот это. Давайте-ка я здесь сделаю приоритет, чтобы уже достроили этот хранилище. Так, что собирается? Ага, тут еда собрана. Ну, у нас поблизости... Я вот тут три ресурса еды. Давайте вот здесь пускай начинают. Они почему заражаются? Потому что рядом ходят с этими вот загрязнениями. Пока я не могу это убирать. Дальше будет по дереву технологии. И науки у меня тоже пока нету, чтобы что-либо исследовать. Но дальше будет, можно будет эти... Давайте я сначала посмотрю, что на этой территории. Потому что мне инструменты пока тоже не особо нужны. Хм. Ну, тут я, правда, за один ход уже соберу, а тут надо несколько ходов идти. Ну, правда, я сразу все... Я бы, наверное, к этому вот к металлу сходил. Потому что... Хотя инструменты тоже, они... Тебе дают в руки инструменты, и народ бы... Ладно, давайте инструменты соберу. Потом еще раз надо будет туда зайти. Видите, там еще 15 еще останется. И потом пойду в Нижние Лешики это... Верну все.
Пластик собирается. Может, мне пока давайте я уберу. О, аномальная жара. Блин, я не успел воды собрать нормально. Давайте пока я не буду, потому что у меня уже металла дофига, мне пластик нужен. Через один день начнется аномальная жара, я даже воды не накопил. Вот это проблема. Мне придется, видимо, еще... Видимо, еще придется строить колодцы. А, вылечился, кстати, чувак. Давайте тоже медика уберем. Дальше исследуем территорию. О, тоже еда есть. Так, ну пока собираем еще инструменты. И в следующем ходу я уже буду возвращаться. Денежки это потом надо будет торговать, когда будут приходить к воротам всякие торговцы. За деньги можно будет торговать. Что-то чувак как-то не особо работает. Вот, как раз торговец приехал. Так, он мне нам готов 25 стали за 18 бетона. Так себе торговля. 8 инструментов. Вот я бы, конечно, лучше науку взял, но у нас рыбы нету, к сожалению. Давайте, наверное, 8 инструментов за 15 стали соглашусь. Так, одно жилище. Ну почему они жилище достроили? Я хотел... Поставил уже приоритет высокий. Все равно почему-то раньше пластик принесли на строительство жилища, а не... Так, что там собрали? Еда собирается. А, вот тут все собрали. Ну, давайте, наверное, доски. Еще собирая вот это всякое... вот этот хлам-мусор, мы как бы убираем его с территории. У нас потом будет больше места, где что-либо построить можно будет. Так, значит, этот парень возвращается в лагерь. Этот парень, наверное, соберет. Пока. Так, собираем, собираем. Ну вот и началась аномальная. О, минус 7. Класс. Ведь знал же, что будет подобное. Ну почему они не... Я ненавижу. Придется... Надо еще один колодец построить. Но проблема... У меня тут не так много места, где я его могу построить. Так, 65%, 67%. Здесь... 58. Надо найти место, где эффективность будет. Ну, тут 0, потому что тут загрязнение дофига. Ну да, похоже, вот тут надо где-то 57. Сейчас у нас будет офигительная нехватка воды. Слава богу, колодцы можно где угодно строить, они не особо... То есть к ним не будут бегать за водой. Уже все доски сразу собраны, нифига себе. Так, тут у нас доски. Так, подальше от... Загрязнение буду стараться. Так. В смысле, еще есть бездомные колонисты? А, еще не достроился дом. Все равно, как я не ставил приоритет на этот водонапорную башню, все равно в первую очередь достроили палатки. Сегодня нехватка воды. Сейчас дохнуть начнут.
Колодец, мне кажется, этого одного колодца мне тоже будет не хватать. Он, по идее, типа написано 8, но из-за аномальной жары в два раза удваивается, соответственно. Хотя, наверное, если 8 только удваивается, то, наверное, хватит этого колодца. Возможно, хватит. Ну-ка. Да. О, слава богу. Отлично. Все, и водонапорная башня создалась. Так, построили дом Зверолова. Не показывает эффективность, да? Ну, по идее, оно... А, вот, показывает эффективность рабочей зоны. Вот, 100%, отлично. Да, кстати, и этот лес нормально. С другой стороны, так что давайте, да, давайте 100%. Где тут только что было. Сюда поехал добывать еду. Хотя, в принципе, у нас с едой нормально все. Посевов у нас нету, которые могут гибнуть. У нас вот с водой были проблемы. Теперь мне бы науку найти, на самом деле, на территории. Мне наука нужна. Подожди, а что тут, чувак уже... А, так он тут у нас, я уже все занес. Да блин. Так. Этого давайте сюда исследовать. О, а вот и наука. Сколько ее тут у нас? 200. Но наука у нас... Наука 3, а этот... Вот этот лучше, конечно, науку собирает, но ему далеко идти. Так что... Как вам карта? Ну, можно было бы и получше. Сделать. Карта не такая прикольная. Так. Кто-то ворует доски, но я не буду... трогать домик. Это сейчас повысит счастье людей. Я просто знаю, что так происходит. Тут лучше счастье. О, колодец загрязнен. Хреново. Но у нас вот немножко воды накопилось, по-моему. Да, видите, 14 накопилось. Еще почему-то вода плюс один, кстати. Несмотря на то, что вроде как этот колодец не должен работать. Ну ладно. Так, сбор. Ага, тут все закончилось уже. Нес поблизости, так, чтобы недалеко бегать было. Ну вот доски. Давайте вот тут пока пособираем. Так, еда. Сбор еды тоже. Давайте пока эту пособираем. Вот еще еда недалеко будет. Но мне кажется, с едой мы более-менее... У нас более-менее с едой нормально. Так, давайте разобьем этих ребят. Эх, с первого раза не получилось, к сожалению. Ладно. И собираем науку. Причем науку мы можем сразу использовать. Вот, видите, зашел, 200 получил, и можно сразу исследованием заниматься. Давайте посмотрим, что нам в первую очередь желательно. Навыки выживания, производство хижины рыбака и зверолова. В принципе, можно. Потом идет к базовому фермерству. Что в производстве первое? 20% к станции по приему лома и переработки. То есть они быстрее будут создавать сталь и пластик. Тоже вариант. Хотя мне только сейчас пластик нужен. Тяжелый брезент улучшает прочность палатки. А дальше к общественному жилью. Там более крутые здания будут. Лачуга более крутая. Ну и исследование это для того, чтобы по миру, то есть можно будет торговать, пограничные посты ставить. Вот это сейчас пока не надо точно. Мне бы хотелось
к общественному жилью, на самом деле, быстрее прийти, поэтому давайте... Ну, медсестры позволяют дополнительную ячейку рабочих, мне сейчас это не надо, у меня не так болеют сильно. Давайте сначала тяжелый брезент, потом общественное жилье. Когда уже жара кончится-то, а? Так, тут добыча идет. Тут добыча идет. Так, и сразу начинаю общественное жилье. Я лачуги построю, потому что там будет и выше счастье, и больше людей вмещается. Так, новые источники нужны. Это тут мы все собрали, да? Ну, бетон пока я там не хочу. Я бы доски пока собирал. Тут бетон, бетон, доски. Ведь это уже далековато, я боюсь, что тут будут нападения на наших ребят. Ну, ближе уже ничего нету. Давайте пока сюда поставлю. Ну, вот тут уже, видите, вот эти крысы-жуки бегают, а я без оружия вообще. Нету ни охотничьего ружья, ни дробовика. Так, еще наука есть. Отлично. Вот это хорошо, сейчас мы... Будем все исследовать. Так, этих ребят мочим. И что у нас тут? Ну, этот волокно. Мне сейчас волокно вообще не особо. Так, а еда тут не закончилась собираться? Нет. Это все собирается. Хорошо. Пока, видите, у меня большинство стоит. Все, закончилось, слава богу. Жара, вот и выжившие прибыли. Трое взрослых, двое детей, всех принимаем. Как... О, блин, они больные оказались, ё-моё. Вот это не очень удачно. Так, тут еда... Собрано, теперь... Так, давайте как-то вот так поставим. Чтобы меньше... Хотя они все равно ходят мимо этих... О, у нас еще и лидер тут появился. Блин. Он у нас ученый. Науку собирает быстрее. Ну, гнилая мощь тоже ничего такое. Вот исследование маленькое, конечно. Ну, ладно. Отправляем на карту мира. Так. Давайте сюда. Пластик. Вот это неплохо. Вот этим я сейчас пластик соберу. 5 бездомных. Я хочу общественные здания уже открыть, и тогда для них строить нормальные лачуги. А не вот это. А не палатки. Так, отлично, открыли. Теперь давайте на пищу, я думаю. Плюс ячейку зверолова тут можно будет. А потом фермерство откроем. Так, лачуги. У нас 5, как минимум 6 надо. В смысле, 6 мест, то есть 2 лачуги построить. Видите, небольшой. Он уже это будет давать бонус к счастью. Наоборот. Я, наверное, постепенно буду менять. Так. Это 4 клетки занимает, да? А это у нас 6 клеток. Тогда.
Подождите, а вот это как? А это ровно столько же. Значит, давайте раз, два. Вот тут будем делать. Раз лачуга. Два лачуга. Дальше я не буду залазить, потому что тут плодородная земля. Ее стоило бы сохранить. Нам надо еще этих будет заменить. Ну, я с этой стороны, наверное, тогда лачуги просто поставлю. Вот у меня... О, эти еще могут... Ну, не хочу я этот волокно брать. Но мне кажется, не особо надо сейчас. Вот. Ну, комплектующие можно будет собрать. Так, этот науку собирает. Этот пластик. Видите, за один ход сразу все и собрал. Так, отлично. И тут я хочу сразу лачуги следующие поставить, чтобы... Вот эти палатки посносить. Тут у меня будет жилой район. А, стоп. Исследование завершено. Навыки выживания исследуются. Раз лачуга. Два лачуга. Отлично. Они еще и пластик не требуют для строительства. Просто чудо. Так, все собирается пока. Вода тоже собирается. Уже 200 из 500 накоплено. У нас, по счастью, не удалось выспаться и инфекция. Ну, это все мы... Эти проблемы мы решим. Так, навыки выживания исследованы. Плюс к добыче зверолова. И я хочу еще тактику стаи, чтобы еще одного чувака в дом зверолова... поставить. А что тут не хватает? А, вот у нас металл надо начинать опять собирать. Вот тут зелененьким накапливается, это когда опять можно будет скаутов использовать на общей карте. Так, надо ли мне сильно пластик нести? Я думаю, пока нет. Пока давайте соберем науку. Этим давайте тут посмотрим, что... Да, блин, что тут все так... Этим тут посмотрим. Что так все вокруг... У нас... О, оружие, правда, видите, 66% что урон получу, но оно того стоит. Я советую. То есть это 66% того, что именно вы... Хотя тут 33 написано. Но это 33 для этого парня. Интересно, а для этого, наверное, другое будет. Мне тоже 33. Видимо, все-таки восклицательный знак это сколько ты урон получишь. О, вылечились все. Так, можно убирать отсюда медика пока. Сколько нам не хватает? 4 стали. Тактика стаи завершена. Добавляем сюда. У нас 201. Ну, давайте, наверное, фермерство базовое откроем, чтобы можно было поля ставить. А потом я, наверное, в производстве начну исследовать. Опять колодец загрязнен. Ну, потому что рядом, видите, с этим всем. Ну, это можно будет в будущем вот это загрязнение убирать. Как вам графика и звук? Ну, четверочку, да. Ну, графика... Графика мне не очень, кстати, нравится. Она вроде как бы приближаешь и нормально, а когда так смотришь, ощущение немножко как будто устаревшее. Блин, радиоактивное загрязнение...
меня вообще лекарств нету, вот жалко, ничего невозможно найти. Пока на карте даже рядом никаких лекарств не видно. Собраны все ресурсы. Так, где у нас ягоды поближе? Наверное, вот это все-таки. А, тут одна ягода всего. Ну, это мы быстро соберем, значит. Так, собираем оружие. Да, получил, видите, с ракет урон получил. Но этим я буду сейчас возвращаться в лагерь. Да ёлки, сразу еще один лагерь. Нифига себе тут. Давайте исследовать. О, а вот и медикаменты, отлично. Будем собирать. Они просто ускоряют выздоровление. Так, наверное, уже эти ягоды тоже собраны. Нет. Еще одна ягода не собрана. Так, одну лачугу можно сносить, значит. Сколько у нас жилья, где бы это... Ну, кстати, еще и временное пристанище мне бы... Еще лачугу построить и временное пристанище снести. Так, базовое фермерство открыто. Можно строить поля. Теперь давайте монтировку исследовать. И давайте смотреть, где у нас поля можно засеять. Ну вот, видите, вот здесь нельзя, а вот там, где имеется плодородие, эффективность, правда, только 75%. Но это, по-моему, из-за сложности. Ладно, давайте пока тут два поля сделаю. Так. И так. Потом мы дальше исследуем более большие поля. Так, есть лачуга. Один бездомный. Когда я построю ту лачугу, я смогу еще одну палатку снести. То есть мне еще как минимум эту лачугу, еще одну лачугу надо будет строить. Спецы. Так, тут я хочу этим вернуться, а этим лекарства собирать. Но иди, он не добегает, поэтому я бы вот так сделал и исследовал эту территорию отсюда. Сразу видеть. Так, этот у нас все в бойцовский клуб вступает. Ну, наконец-то. Ну, опять же, это вот пока сильно не надо, наверное, я пособираю, раз я уже тут рядом нахожусь. О, поля есть, давайте засеивать. Так, что у нас... что у нас есть? Кукуруза и картофель. Медленно растет, зато дает прекрасный урожай. Ну, давайте одну кукурузу засеем, другую картофелем засеем. Кукуруза дает быстрый урожай. Ну, как быстрый, обычный, но урожай маленький. Так, и у нас по одному человеку сюда, да, определено. 4 носильщика осталось. Пока достаточно. Так, тут мы, если уже все собрали... Давайте, наверное, тут бетон пособираю пока. То с едой. Еда тоже собрана.
Теперь собираем еду тут. Сколько накоплено? Так, монтировку исследовали. И... ну, я вот, кстати, не знаю... надо ли мне дополнительную ячейку рабочих туда? Вот это я не уверен. К производству металла. Ну вот это можно, наверное. У меня как раз 75 очков науки. Инвентарь. Ну, плюс 2000 к вестимости склада. У меня как бы не так много вообще чего-либо. У меня даже сотни ничего особо нету. По пище. Кладовая тоже, мне кажется, пока не особо. Волокно мне тоже, кажется, пока не надо. Вот я, может... а, у меня только 51 очко науки. Ну вот, лачугу и коммунальное жилье я бы уже не улучшал. А, хотя не, лачугу у меня как раз... не, лачугу можно тогда к прочности. Это можно исследовать. Хотя мне, конечно, межкомнатные стены больше нравятся, потому что... счастье дадут. Но у меня нету столько науки. 50 науки. То есть я могу только либо выделку кож делать, либо команду собирателей. Мне кажется, это точно не надо. Давайте, ладно, крышу на опорах. Что там будут всякие стихийные бедствия. Лечение идет. Сбор ресурсов идет. Посадки картошки идут. Эй, Алешка, хорошая картошка была бы ложка. Так, что у нас тут за задание? Колонисты подзывают вас и показывают на крону дерева, стоящего на границе колонии. Приглядевшись, вы с трудом различаете там силуэт вора, одетого в шкуру животного. Похоже, он стащил на складе вашей колонии много еды, но не успел сбежать. Давайте потребуем вернуть всю еду. Вы говорите вору, чтобы он вернул вам еду по добру, по здорову. Крона еле слышно шелестит листьями. Вы слишком поздно понимаете, что вор перепрыгнул на другое дерево. Боже. Счастье минус 4, ну ладно. Какое-то несогласие минус 68. Это, видимо, из-за моего решения, я так понимаю. Так. Ну, соберу, наверное. Что тут уже терпеть? Так, этот у нас возвращается, заносит ружье и лечится. А этот собирает... лекарства. Ну, я все тут дособираю. Конечно же. Так. Что у нас в колонии? Этот пока время будет... он постепенно просто находится в колонии и лечится таким образом. Тут ему даже, по-моему, лекари не нужны. Я просто уберу пока. Так, лачуга достроена. Еще одну можно уничтожать. И еще одну строить. Потом здесь я построю еще домики. Собрали. Так, надо в другое место переносить рабочую зону. Блин, все уже все далеко довольно. Я это бесплатно. Давайте вот бетон с этого большого дома. Единственное, меня интересует. Так, как у нас тут с металлом идет сбор 38 еще и с пластиком 26. Нормально. Пластик у нас немерено, сейчас металла не хватает. А, меня интересует, как они ружья теперь используют. Вот я принес 8 ружей.
7, обратите внимание. Просто видите, эти уже крысы-жуки ходят. Я бы хотел, чтобы все ружья были разобраны, но почему-то... Не знаю, как будет интересно. Надо как кто-то... Видите, вот 7 ружей тут лежит. Надо ли что-то делать, чтобы... Чтобы народ как-то ружья разбирал. Так, специалисты опять готовы. Этим мы собираем еду. Ой, еду. Лекарства. Только еще там осталось 2. Ну, надо все собрать. Этим собираем... А надо ли? Слушай, ну опять же, пускай... Она никуда не денется, понимаете? Вот мне сейчас комплектующие особо не нужны. Как и, например... Что это вообще что-то? Редкие металлы. Это пока нам не надо. Конечно, круто бы собрать, но мне кажется, надо собирать то, что в данный момент нужно именно. А это я пока не могу найти. Так, а что он тут лечится? Да, видите, уже 85. А было 60, как он зашел. Так, хочу посмотреть, как эффективно у нас звероловых. 100%, отлично. По сбору еды у нас... Ну... Потребление 14, производство 8. Но пока не учитываются поля вот эти, потому что мы с них ничего не собрали еще. Так, и тут явно металла не хватает, да? Да, нужна наука еще. Еще наука нужна. Потому что я бы уже открыл тогда вторую ячейку для станции по приему лома. Так, а что я сейчас последнее открывал? Что-то я... А, крыша на опорах. То есть прочности у нас тут. Дополнительно. Так, сейчас эта лачуга будет достроена. Бандит у ворот. К нашим воротам пришел незнакомец, запрещая у него тяжелый рюкзак, набитый чертежами, линейками и разными другими штуками. Одет он как бандит. Я старший мастер, пришел. Мне бы с вами поговорить. Ну, короче, либо он нам 12 капусты дает за 8 бревен. Давайте я соглашусь. Тут еда, слава богу, по-моему, не портится. Поторговать всегда приятно. Я думаю, что с досками у нас все-таки не будет потом проблем. Так, давайте последние 2 лекарства заберу. То есть он тут получает 30 урона. Видите, вот 10 осталось. Я думаю, этого хватит. И вернуться в колонию ему ставим. Этот парень тоже все нафиг мне надо. Я продолжаю исследовать. О, наука. Отлично. А этот... который здесь у нас тусит, не вылечился ли? Вылечился, все, на карту мира отправляется. И его куда? Ну, наверное, надо сталь собрать. Как раз не хватает. Я бы еще лачугу построил. Я это даже, наверное, сейчас зайду. А, тут 4, все. Наверное, сразу занесу эту сталь. Потому что скоро, ну, к нам будут сейчас приходить люди еще, то есть я бы запасся жильем, так сказать, на будущее. Еще как минимум 2. А, только дорогу надо немножко подвинуть будет. Как у нас тут 28%, 21%. Эффективность, к сожалению, полей не очень большая. Но что поделать? Ух ты, а что началось? Что это за... Что вот это за иконка? Во-первых, надо ягоды... Новый источник найти. Ну вот, видимо, тут надо собирать. Тут, по-моему, нету никаких
опасных животных. И бетон я тоже собираю, да? Пора вымыться. Написано нет состояния. Если вот эта иконка что-то типа от них пахнет всех или что? А у меня есть что-то вообще на мытье? Только на берегу. Ну, это нет. Чистой питьевой воды. Так. Не понимаю, что вот это за ситуация у наших. Кстати, мне бы дорогу еще от... от ворот сделать. Давайте мы здесь... Я почему, кстати, на воротах что-то хранится, меня вот это смущает. Пора вымыться. Что это за фигня? Не, я не спорю, пора помыться, я ж ничего не говорю, но... Как это вообще... Несогласие, пора вымыться. Ждет, когда колония будет постоянно приезжать новые люди. Но вот тут написано в энциклопедии, что, мол, строят съебани для снижения инфекционных заболеваний, видимо, для того, чтобы они мылись. Но, извините, у меня бани фиг знает где. Вот, я нашел баню в разделе «Чистота». Это во-во-во-во-во-во-во, сколько надо дойти до бани. Ну, видимо, просто забиваю пока на это все. Это я возвращаюсь с металлом. Этот у нас возвращается с лекарствами. Этот у нас собирает науку. И начинаем... Кстати, надо подумать. Я хотел, конечно, металлы... Больше людей, чтобы металлы собирали, но раз уже принес. Хотя, наверное, все равно надо. Все равно надо дополнительную ячейку. Ну, во-первых, металл к производству. Вот это можно исследовать. Потом можно и команды собирателей еще исследовать. Там и пластик еще будет влиять. Так. Куда этого парня отправить? Ну, тут три инструмента, две личинки. Это все ничего не надо. Давайте тогда смотреть, что здесь. Ну, предварительно вот тут дорогу проведем. То есть тут еще одна лачуга в будущем. Сбор идет. Так, давайте я так дорогу проведу. Вот это, кстати, по-моему, дорога вообще никак не влияет на то, что тут бетонная стоит. Но у меня куча, у меня 1, 2, 3, 4, 5. А, странно, у меня... А, нет, 1, 5, 6, 7, 8. 8, 3, 24. То есть у меня место еще на как минимум 7 человек. Когда еще кто придет вообще? 5, колодец загрязнен. Так, повторное использование открыли. Ну, давайте дальше, как я и говорил, команду собирателей. Колодец... обеззараживаем. И тут, значит, собираем науку.
Упс. Вот это, конечно, тоже стоило бы вернуть полечиться. Возможно, по пути вот это соберем. Так, этот возвращается в колонию. Этот исследует территорию. Еще сталь. Лично или металл? Металл. Называется. О, еще один взрослым стал. Это очень хорошо. Ну они что, теперь постоянно с этой иконкой, что им помыться хочется? Я так понимаю, что если бы рядом было озеро, они могли бы в нем помыться, видимо. У меня есть такое мнение, потому что я как-то... У меня никогда не было вот этого вот значка, что помыться, мол. Или, подождите, или может им туалет нужен? Может такое быть? Да, здесь они могут вымыться, исправить нужно точно. Вот оно чё. Людей без туалета оставил. Вот я животное. Конечно. Так, давайте мы отхожее место сделаем вот тут. Ну, хотя бы, не знаю, хотя бы... Сколько сделаем туалет? 3 туалета. Давайте 3 туалета. Кто-то, я думаю, оно... Они как-то заскучали без туалета-то. Так, можно дополнительных... Я, в принципе, добавлю, потому что у нас 4 носильщика вполне достаточно. Пускай больше собирают пластика и металла. О, видите, сразу пропадали эти иконки. Отлично. Отлично. Да, как без туалета, конечно, не жизнь. Еще не спорю. Тут, кстати, у нас дальше по техам можно в домах сделать фаянсовый друг, видите? Ничто не уединится с минутами тишины и уединения на фаянсовом троне. Давайте, наверное, так и сделайте межкомнатные стены, а потом фаянсовый друг. Исследуем. Так. Сталь. Этот возвращается домой. Лично и лечится там. Ну и этого будем возвращать по пути, собирая, потому что тут безопасно собрать. Наверное, можно будет тогда туалеты убрать эти. Ну, пускай пока стоят. Они, по-моему, никак... А, нет. Слушайте, делают загрязнение. Делают загрязнение. Серьезно, нехватка... А, потому что из-за колодца. У меня тут накоплено дофига, ведь вот специально для таких ситуаций. А можно как-то заняться ремонтом колодцев, а не в туалеты ходить постоянно? Бетон собрали. Так, ну мне надо все-таки дерево собирать. Бетон бетоном. Давайте посмотрим, что тут. Есть тут опасные какие-то... Да, вон крыса-жук, блин, будет нападать. Ай, блин. Хорошо, тут что? Тут вроде, кстати, их не видно. Поэтому давайте начнем пока вот с этой кучки дерева. Ну, 7 штук, не буду уже собирать. Эти машины, сейчас, мне кажется, нету смысла ее брать. О, вот тут можно будет торговать с ребятами. Там потом ее привозишь, ремонтируешь, делаешь, чтобы ее можно было лучше использовать. Пока она
Бесполезно. О. Собрали, смотрите, кучу. Это уже под землей. Там надо будет открыть другое. Так, давайте следующий пластик собирать. Отлично. Ну, с пластиком и металлом у нас сейчас проблема с деревом. Вот тут со счастьем, кстати. О, уже в плюс выходим. Так, давайте сразу фаянсовый друг открою. Я тогда, я так понимаю, что я могу эти туалеты снести. Кстати, я бы курсы первой помощи тоже открыл, чтобы на всякий случай больше было медиков. Группа выживших. Принимаем, у нас жилье есть. О, 5 взрослых. Отлично, отлично. Это все очень здорово. Всех принимаем. Поехали. И еще один лидер. Вот видели, они сейчас, кстати, забегали, у них была иконка, что инструментов нет. Они зашли, взяли инструменты и пошли тусить. Я только смущаюсь, что никто ружье не берет. Я так понимаю, что с ружьями должны быть тех, у кого нет инструментов, видимо. Так, давайте посмотрим, что нам за парень достался. Исследует. Ну, такой, науку собирает, но медленно. Хотя собирательство у него высокое. Ладно. Ну, мы его отправляем на карту мира. В любом случае. Ну и давайте... Не знаю, давайте тогда вот это соберем пока. Он у нас, у него высокое собирательство. Пускай он ускорится с этим делом. Так, ну надо еще один дом сразу строить. Лачугу. Что у нас тут с урожаем? О, кукурузу скоро собираем. Я бы, кстати, собрал кукурузу и переключил тут на картошку. Как бы у нас еды достаточно, пускай лучше более крутое выращивается. Этого парня, наверное, сразу домой отправляю. Так, я вот не помню, как тут торговать. Да, по-моему, я могу просто зайти. А, они предлагают науку, пшеницу и капусту. Нет, это, знаете, торговый пост надо в городе своем построить. И тогда там можно будет заниматься торговлей. О, еще одно поселение. Отличненько. Так, а этот у нас сюда бежит собирать. Как у нас тут с лечением? С ракет уже, нормально. Отлично. Фаянсовый друг сделан. Я так понимаю, что теперь можно эти все-таки убирать. Да, что-то вот этот непомытый бегает почему-то. Плохое питание, усталость. После отдыха в плюсе. Ну, эти разбираем. Кстати, часть ресурсов вернется. Так, там собирается. Там еда собирается. 9 носильщиков. Ну, давайте следующее я поставлю. А почему я не могу? А, медсестра еще не открыл. Я бы вот медсестер открыл и курсы первой помощи открыл. Герметичные швы. Это точно не надо, у меня тут другое. Спиртовой уровень. Тоже можно. Давайте сначала медсестры. Но, пожалуй, на этом я закончу это видео. Стоит ли продолжать, зависит, собственно, от ваших комментариев и просмотров. Интересно ли вам наблюдать за развитием нижних лёшиков? О, склад заполнен. Как раз, видите, вот тут стоит открыть вместимость. Так, давайте тогда рабочую зону пока уберем оттуда, чтобы не бегали почем зря.
И можно и поисследовать, кстати, для этого и... вот, 2000 к вместимости склада. На этом все. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!